Приветствую всех, мои дорогие друзья, на своем канале. И в этот раз я предлагаю связать вам вместе со мной мороженое рожок. Для работы нам понадобится 3 цвета нити. Эта нить у нас для рожка. Вот эта вот нить бирюзового цвета у меня для мороженого. И вот эта вот ниточка желтого цвета будет у нас ею вязаться вот такая поливка на мороженое. Еще нам понадобится наполнитель, ножницы и иголочка. Крючком я буду вязать 2 миллиметра. И, соответственно, нить у меня подходит к этому размеру крючка. Ну что ж, давайте приступим и свяжем вот такую красоту. Начнем вязание с нити песочного цвета. Будем вязать сначала рожок. Провязываем в начале вязания начальную закрепительную петлю. Затем вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. В первую провязанную воздушную петлю, или же вторую от крючка, вводим крючок и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Провязан у нас первый ряд. Во втором ряду у нас будут прибавления. Прибавлять будем, чередуя, провязывая столбик без накида, затем прибавление. Так будем повторять 3 раза, и у нас должно быть с вами получиться 9 столбиков без накида. Итак, вводим крючок в первый столбик предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. В следующую петлю вводим крючок и вывязываем 2 столбика без накида, то есть прибавление. Это у нас первое прибавление. Снова вяжем столбик без накида, а в следующую петлю провязываем 2 столбика без накида, и это у нас второе прибавление. И повторим еще один раз. Столбик без накида. И в следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Итак, мы провязали 3 прибавления. И у нас сейчас в круговом ряду 9 столбиков без накида. Переходим к вязанию третьего кругового ряда. У нас круг увеличивается еще. И провязываем теперь 1, 2 столбика без накида, затем прибавление. И так повторим 3 раза. Итак, вяжем третий ряд. 1, 2, первое прибавление. 1, 2, второе прибавление. Повторяем третий раз. 1, 2 и третье прибавление. У нас в ряду сейчас 12 столбиков без накида. Четвертый круговой ряд. Снова прибавление, снова их 3. И теперь прибавление у нас будет через 3 столбика без накида. Провязываем 1, 2, 3 и в четвертый вяжем прибавление. Итак, четвертый ряд. Провязываем 1, 2, 3. И первое прибавление из петли предыдущего ряда вывязываем 2 столбика без накида. Повторяем второй раз. 1, 2, 3. Прибавление второе. Повторяем третий раз. 1, 2, 3.
и третье прибавление. Кому сложно вязать без маркера, воспользуйтесь маркером. Или же можно вместо маркера использовать ниточку контрастного цвета. Итак, мы связали 4 круговых ряда. Приступаем к вязанию 5 кругового ряда. В 5 круговом ряду у нас будут вязаться столбики без накида. Прибавлений не будет. У нас должно быть 15 столбиков. Итак, 5 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Провязали 5 рядов. Следующий 6 круговой ряд. Провязали 5 круговых рядов, 15 столбиков. И следующий у нас 6 круговой ряд. В 6 ряду у нас прибавление. И теперь будем прибавлять через каждые 4 провязанных столбика без накида. То есть 1, 2, 3, 4, затем прибавление. И так повторим 3 раза. Вяжем 1, 2, 3, 4, прибавление, повторяем второй раз, 1, 2, 3, 4, прибавление, и повторяем еще один раз, третий, 1, 2, 3, 4, и прибавление, вывязываем из одного столбика, 2, провязали, сейчас у нас в круговом ряду 18 столбиков без накида. И 7 круговой ряд у нас без прибавлений. Провязываем 18 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Провязали 7 рядов и приступаем к вязанию 8 кругового ряда. В 8 круговом ряду у нас снова прибавление. И теперь у нас прибавление будет провязываться через каждые 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, затем прибавление. Так повторим 3 раза. Провязываем 8 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, прибавление, повторяем второй раз, 1, 2, 3, 4, 5, снова прибавление и повторяем третий раз. 1, 2, 3,
4, 5 и третье прибавление. Итак, 3 петли у нас прибавлено. И теперь у нас в ряду 21 столбик без накида. И провязываем 9 круговой ряд без прибавлений. Вяжем 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Девятый ряд провязан. И приступаем к вязанию десятого ряда. И снова у нас 3 прибавления. И теперь прибавления будут у нас через каждые 6 столбиков без накида. Итак, провязываем 10 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавление. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второе прибавление. И повторяем третий раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и третье прибавление. Итак, мы провязали с вами 10 круговых рядов. Следующий 11 ряд мы будем провязывать без прибавлений. Вяжем по кругу 24 столбика без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. У нас с вами провязано 11 круговых рядов. 12 круговой ряд. Снова у нас 3 прибавления. Провязываем 7 столбиков без накида, затем прибавление. Так повторим 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавление. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавление. И повторяем третий раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И
последнее, третье прибавление. И у нас сейчас в ряду получилось 27 столбиков без накида. Далее нам теперь достаточная ширина рожка. Теперь его свяжем в высоту. И здесь уже будет зависеть от вашего желания. Либо провяжете еще 2 ряда, либо провяжете 5 рядов. Это будет вот здесь, если честно, я не помню, сколько рядов провязала. Ну, вы сами можете посмотреть, какой длины или высоты вам нужен рожок, какой вам больше понравится. Ну, а если вы будете вязать так же, как и я, много таких мороженок, то тогда вы и поэкспериментируйте, какое мороженое будет красивее смотреться. Итак, я предлагаю связать еще 5 круговых рядов. То есть рожок будет немного больше, чем вот это мороженое. Итак, 13, 14, 15, 16, 17 круговые ряды. Это у нас всего 5 рядов по 27 столбиков в ряду. Вяжем, значит, по кругу 135 столбиков без накида. Провязываем. Провязали 135 столбиков без накида или то количество, которое вы хотели. Ниточку обрезаем, освобождаем крючок и заправляем ниточку следующим образом, так как следующий ряд мы будем провязывать за задние стеночки петли, нам необходимо, чтобы каждая петелька была видна. Так, мы обрезали, вытянули ниточку. Теперь ведем крючок вот с этой стороны, с лицевой. Подтянем рабочую нить и протянем ее через петлю. Далее смотрим. Вот у нас одна петелька, затем вот целенькая. И вот в следующую за целенькой петлей вводим крючок в серединку петли, подхватываем ниточку и протягиваем ее через заднюю стеночку петли, которую мы захватили, серединку петли. И теперь смотрим, у нас все петельки получились видны. Вот одна, вот второй столбик, вот третий, она вот такая немножко двойная. Вот. Тянуть ее будет лучше видно. Вот. И все петельки у нас на месте. И теперь закрепим с изнаночной стороны конец ниточки. Это можно сделать и иголочкой. Ее все равно не будет видно. Она будет внутри изделия. Так, и можно завязать узелочком. Все, ниточка закреплена. Прячем ее вовнутрь. Ну, а сами переходим к следующему процессу вязания и будем вязать теперь само мороженое. Провяжем начальную закрепительную петлю. И теперь присоединимся к одной из петелек. И нам нужно будет вязать за заднюю стенку петли. Причем, вывязывая петли, у нас еще будут прибавления. Поэтому внимательно, у нас будет 9 прибавлений. Будем их провязывать через каждые 2 столбика без накида, связанные также всего за задние петли. Итак, провязываем 1, следующий столбик 2, затем первое прибавление, также вяжем за задние стеночки, повторяем второй раз 1, 2, второе прибавление. Повторяем дальше. 1, 2,
третье прибавление. Один, два, четвертое прибавление. Один, два, пятое прибавление. Один, два, шестое прибавление. Один, два, седьмое прибавление. Один, два, восьмое прибавление. Один, два и последнее, девятое прибавление. Итак, у нас в круговом ряду с вами сейчас 36 столбиков без накида. Следующий ряд. Вяжем 36 столбиков без накида и также за задние стеночки петли. Итак, первый столбик у нас. Один, далее два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35 и последняя петелька 36. Мы провязали с вами 36 петелек за задние стенки петли. Больше за задние стенки мы вязать не будем, а будем вязать 5 рядов. Это у нас третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой ряды нашего уже мороженого. Мы считали с первого ряда. 5 рядов по 36 столбиков без накида. Всего 180 столбиков мы сейчас провяжем по кругу за обе стенки петли. То есть вот следующие 180 столбиков. Вяжем все четко по 2 половинки петли, то есть за обе стеночки. Итак, провязываем по кругу за обе стенки петли 180 столбиков без накида. Итак, мы с вами провязали 180 столбиков без накида и приступаем к вязанию восьмого кругового ряда. С восьмого ряда у нас будет убавление, поэтому для удобства можно воспользоваться маркером контрастного цвета. И восьмой ряд у нас 6 убавлений.
Будем провязывать 4 столбика, затем убавление. Так повторим 6 раз. Восьмой ряд. 1, 2, 3, 4. Первое убавление. Повторяем. 1, 2, 3, 4. Снова убавление. Второе. Третий раз повторяем. 1, 2, 3, 4. Третье убавление. 1, 2, 3, 4. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 4. Пятое убавление. И повторяем шестой раз. 1, 2, 3, 4. И убавление. Итак, мы сократили количество столбиков до 30. Девятый ряд. Снова 6 убавлений. И теперь убавляем через каждые 4 провязанных столбика без накида. 1, 2, 3. Первое убавление. 1, 2, 3. Второе убавление. 1, 2, 3. Третье убавление. 1, 2, 3. Четвертое убавление. 1, 2, 3. Пятое убавление. И повторяем еще шестой раз. 1, 2, 3 и шестое убавление. Итак, у нас в ряду 24 столбика. Можно уже немного наполнить наполнителем нашу заготовку. Стараемся рожок плотненько набить. И продолжаем дальше убавлять. Теперь будем набивать по ходу вязания. Так, 10 ряд. У нас снова убавление. И их у нас снова 6. Так, будем убавлять теперь до конца вязания по 6 убавлений в ряду. Итак, теперь убавляем, провязав 2 столбика без накида. 1, 2. И убавление. 1, 2, 2 убавление. 1, 2. Третье убавление. Один, два, четвертое убавление.
1, 2, 5 убавление. Последний раз повторяем. 1, 2 и 6 убавление. Снова наполним нашу заготовку. Так как отверстие все сужается, и будет сложно сделать это, когда оно будет совсем маленьким. Нам осталось с вами провязать еще 2 ряда. Сейчас у нас в ряду 18 столбиков без накида. Так, верхушечку я наполню еще немного. Ну, затем, когда уже все свяжу, я расправлю. Все и поправлю. Распределю синтепон более ровнее. Итак, вяжем второй ряд, вернее, не второй ряд, нам осталось 2 ряда провязать. 1 из 2, то есть 11 круговой ряд. Итак, теперь в предыдущем ряду мы провязывали с вами 1-2 убавления. Теперь через столбик у нас будет вязаться убавление. И всего будет их столбика у нас в конце 12. Итак, провязываем 1, убавление и считаем как 2, следующий столбик 3, убавление считаем как 4, столбик без накида 5, убавление 6, столбик без накида 7, убавление 8, столбик без накида 9, убавление 10, столбик без накида 11 и последнее убавление 6 и считаем как 12. Итак, мы провязали ряд, у нас сейчас в ряду 12 столбиков без накида. Если вам еще необходимо наполнить заготовку, наполните. Нам осталось провязать еще один ряд. Итак, провязываем по 2 столбика, так чтобы у нас отверстие закрылось. Первое убавление. Подтягиваем хорошо ниточку, чтобы плотненько вязались петельки. Второе. Третье. Четвертое убавление. Пятое. И шестое. Теперь ниточку обрежем. Освободим крючок
И хорошо закрепим ниточку, конец вернее нити, так, чтобы он у нас не вытянулся. Теперь свяжем обвязку, вот такую. Для этого берем нить цвета мороженого. И вот мы с вами вязали столбики без накида за заднюю стенку петли. У нас осталась свободная передняя стеночка петли. Вот под одну из них, из этих петелек, мы введем крючок и подхватим рабочую нить. Далее свяжем с вами 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда же провяжем еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Затем вяжем соединительный столбик в следующую петельку за переднюю стенку у нас, которые остались непровязанными. И еще раз соединительная петля в следующую петлю. 2 воздушные петли, накид. И сюда же провязываем еще 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю соединительная петля. И еще раз соединительная петля в следующую петельку. Затем 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Соединительная петля. Еще раз соединительная. И вязание повторяется. 2 воздушные петли и в эту же петлю 2 столбика с одним накидом. Так продолжаем вязать до конца кругового ряда. Довязали последний зубчик, ниточку обрезали, освобождаем крючок. И теперь ниточку свяжем между собой, начало и конец. И затем ее аккуратно спрячем вовнутрь. И обрежем. Итак, нам осталось связать вот эту поливку. Я хотела вязать ее нитью желтого цвета. Эту ниточку я показывала в начале видео. Но провязав немного ее, поняла, что вам не очень будет видно петельки. Поэтому я взяла другую ниточку, поменяла. И эта ниточка будет достаточно, вам видно каждую петельку. Ну что ж, начнем вязать поливку. Провязываем волшебное кольцо
В это колечко вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. И второй ряд у нас прибавление. Из каждого столбика предыдущего ряда будем вывязывать по 2 столбика без накида. У нас с вами получится 12 столбиков. Провязываем первую петлю предыдущего ряда. 1, 2. В следующую петлю считаем 3, 4. Следующую петлю 5, 6, следующую 7, 8, следующую 9, 10 и последнее прибавление, шестую петлю предыдущего ряда провязываем 11 и 12 столбики. Итак, у нас в ряду 12 столбиков. В следующем ряду у нас снова прибавление. И теперь будем прибавлять, провязывая столбик без накида, затем прибавление. И так будем вязать, прибавляя 6 раз. У нас получится с вами 18 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик, затем прибавление 1. Снова столбик без накида. Второе прибавление. Столбик без накида. Третье прибавление. Столбик без накида. Четвертое прибавление. Столбик без накида. Пятое прибавление. И повторим еще один раз. Провязываем столбик без накида и шестое прибавление. Итак, у нас сейчас в ряду 18 столбиков без накида. И далее будем вязать лучики. Так, вяжем. Вяжем первый лучик. У нас их всего 9. Провязываем вначале 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаясь назад по цепочке, начиная со второй петли, провязываем столбики без накида. И у нас их 4. 1, 2, 3. И 4. В следующую петлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. В следующую также вяжем столбик без накида и следующий лучик. Провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И возвращаемся назад. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь последовательно вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю провязываем и за ней еще один столбик без накида. Снова вяжем воздушные петли и теперь провяжем их 4. Вы можете сами произвольно вязать, как вам нравится. Я вязала так, и поэтому пример вяжу с вами по этому, так как я вязала. Следующие провязываем столбики без накида
И продолжаем. Теперь провяжем 5 воздушных петель. И назад возвращаемся по цепочке 4 столбика без накида. То есть цепочка из 5 на 1 столбик меньше, значит 4 столбика. Два столбика без накида, один и второй. Снова лучик. Теперь провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И возвращаемся назад. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика без накида, провязываем последовательно, вывязываем их из столбиков предыдущего ряда. Итак, мы провязали 5 лучиков, 6 лучик. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И назад 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 2 столбика без накида. 1, 2. Следующий лучик 4 воздушные петли. 1, 2. 3, 4. Возвращаемся назад, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем провязываем 2 столбика без накида. Следующий лучик. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Возвращаемся по цепочке назад, провязывая 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика без накида. 1, 2. И последний лучик. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся назад. Провязываем 3 столбика без накида. И вяжем еще 2 столбика без накида. Вернее, провязываем 1, а здесь уже у нас из столбика вывязывался лучик. Поэтому здесь мы присоединяемся соединительной петлей. Вот в первый провязанный столбик. Так. Ниточку обрезаем, оставляем ее достаточно длинной для того, чтобы можно было этой же ниточкой пришить поливку мороженого, то есть к верхушке мороженого мы будем пришивать. Втянули ниточку в иголочку и берем эту нашу заготовку. Здесь нам нужно закрепить нить так, чтобы она у нас не распустилась. Если она длинненькая, то обрежем конец. Ну, теперь берем мороженка и прикрепляем так, чтобы нам было затем удобно пришить. Вот у нас начало вязания и здесь начало вязания.
по центру прикрепляем. И теперь прикрепляем каждую вот эту вот, каждый лепесточек поливки, каждый ручек. Наверное, так лучше будет сказать. В каждый крепим. Так, чтобы при пришивании оно у нас не уходило в стороны. И теперь пришиваем. Как удобно пришивать вам. Так, я покажу, как пришиваю я. Если вам так понравится, пришивайте и вы так. Убираю. Затем здесь прикрепляю. И перехожу вот к следующему сюда. Прикрепляю, перехожу к следующему. Прикрепляю к следующему. Вот у меня последний лучик. И теперь еще для фиксации, для уверенности, пройдусь еще по кругу. Вот и все. Теперь ниточку можно закрепить, пройдя в разные, по разному направлению иголочкой через внутрь изделия и обрезать. Теперь расправляем. И вот что получилось. Вот такие у меня мороженые рожки получились. Какие получаются у вас мороженки, рожки? Пожалуйста, присылайте фотографии. Я же говорила, что я собираю их для того, чтобы потом сделать отдельно видео работ своих подписчиков. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. Не простудитесь, когда будете кушать мороженое. До свидания и до скорой встречи.
Thank you.